то, соответственно, как у любого бизнесмена, всегда есть чувство неудовлетворенности происходящими событиями. Значит, точка А у нас такая, она вибрирует, она не дает нам покоя жить. Нам не очень нравится то место, где мы сейчас. Мы хотим попасть в некую точку Б, да? Вот из пункта А в пункт Б, чтобы наша дорога была максимально продуктивной, короткой и, ну, не побоюсь этого слова, легкой, да, нам нужно планировать. Вот. И, кстати, что я могу заметить, что точка Б есть не у всех. У них, у очень многих людей, которых мы встречаем на своем пути, у них сплошная точка А. А, Бог его знает, куда мы там чего хотим. Значит, для того, чтобы нам попасть в точку Б, нам нужна стратегия. Да, стратегия или план достижения. Можно я задам вопросы присутствующим? Ну вот, Ирина, какая точка Б на сегодняшний день? Ну, актуальная задача. Куда бы вот я хотела попасть через некоторое там время? Мастера. Ну, конечно же, я хочу мастера. Ну, то есть, ближайшая точка Б – это мастер. Да, как да. Скоро? Хотелось бы к дню рождения компании. Дню рождения компании. Да. И, наверное, есть какие-то ресурсы, да? Какими ресурсами? У меня два очень хороших ключевых активных партнера. Ну, да, и? Да, мне сейчас обнуляюсь и ищу еще Да, и еще двух партнеров. Да. Да, то есть у нас есть, чтобы нам запланировано как-то попасть в точку Б, у нас есть какой-то временной отрезок, да, и есть какой-то ресурс. Есть такие люди, они, как правило, очень удачливые в жизни, и очень такие, их называют достигаторы, у которых жизнь распланирована на 30-40 лет вперед. То есть человек прекрасно знает, во сколько лет он хочет, ну, например, человеку 25, он предполагает, во сколько лет он выйдет на пенсию, где он будет жить, какое у него будет состояние, сколько у него будет детей, там, жен, внуков, все, он, какая у него будет, вот все это, вот примерно человек это все понимает. Вот. У большинства людей, подавляющего, нет плана даже на завтрашний вечер. Как бы так. Вот так. Плывем. Да. И вот те люди, у которых нет планов на завтрашний вечер, на них очень рассчитывают другие люди, у которых планы есть. Это, чаще всего это наши близкие. Да, что ты делаешь завтра вечером? Не знаю. Ну, тогда пошли со мной по магазину. Или там, я тебе ребенка привезу, бабушка посреди раз. Да. Вот. Это, знаете, такой есть девиз. Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти. Да, кстати, это очень, да, когда у меня появилось больше планов, меня, я стала меньше сидеть с внуками, потому что меня спрашивают, если я могу, значит, я помогаю. А раньше всегда это было так, в порядке вещей. Это, знаете, у меня вот моя коллега, партнер, очень уважаемый мной человек, она мне рассказывала историю из другой сетевой компании, когда выходила на сцену женщина, пожилая женщина в возрасте, и почему вы, ну, спрашивают, почему вы решили заняться сетевым маркетингом, бизнесом, она успешно занималась маркетингом, она говорит, я не хочу быть тыбой. То есть как это тыбой? Кем? Тыбой, тыбой. Мам, ты бы посидела с внуком? Мам, ты бы помыла посуду? Мам, ты сходила в магазин? Ирина. Она говорит, мне надоело быть тыбой. Я хочу жить своей жизнью. Вот. Ну и так. Значит, для чего нам нужно планирование? Это понятно, да? Для достижения результата и для понимания и оценки наших действий. Вот. Ну, вот я предлагаю планировать все. Все, что вы хотите сделать, вы планируете. Значит, и ориентироваться при этом на главную цель. То есть у нас есть какая-то главная цель, какая-то вот главная цель, да? Вот, в которую мы, нам как бы предстоит попасть наглядно. Вот. Допустим, главная цель, да, разберем на примере нашей компании. У всех могут быть свои цели, да, что-то там, кто-то может дачу построить, кто-то там хочет, кто-то там машину, кто-то что-то. Я вот на нашем примере, допустим, ну, вот я, допустим,
стать грандмастер-повар. Да? Значит, и поскольку это планирование, мы задаем временной отрезок. Ну, допустим, я не склонна переоценивать свои таланты, например, 3 года. Соответственно, это генеральный план действий, поскольку это 3 года получается. Что-то я должна сделать в первый год. И первый год я, допустим, хочу стать мастером. Второй год я буду уже гранд-мастер. И на третий год я уже стану там гранд-мастер-пул с какими-то там уже 2-3 бриллианта, не знаю что. Вот. Значит, а лучше знать. Да. Гранд-мастер-пул. Один бриллиант. Да, один бриллиант. Да, пусть один бриллиант. Может быть, да. Это я уже буду корректировать планы вот здесь, вот в этой точке промежуточной. Вот. Теперь, значит, я должна так структурировать свой бизнес, чтобы через 3 года прийти вот сюда. Как? Да, теперь как? Что? Вот, знаете, проблема в том, что мы не можем планировать за других людей. Вот в чем проблема. Мы не можем сказать, что у меня, ну вот я не могу так сказать, что у меня есть там Света, Галя, Наташа, и они у меня на следующий месяц станут лидерами. Они могут не стать, у них свои планы. Я не могу планировать за них. Все наши действия, все наши планирования должно касаться непосредственно нас, да? Я могу сказать, что я буду делать там, допустим, 20 звонков в день, проводить 50 встреч в месяц, да, и обучаться каким-то навыкам. Там, например, у меня утром звонки, днем встречи, вечером там, я смотрю какие-то вебинары или школы какие-то, да, я как-то самосовершенствуюсь. Хожу на какие-то тренинги, езжу на события, личностный рост. Вот это я могу планировать свои действия. Эти действия, я знаю, по статистике, они дадут мне определенный результат. Статистику я, естественно, буду отсматривать. Вот. Кто планирует ехать в Москву? Отлично. Валя? Нет. Сразу. Я не видела еще никого. Валя. Хотела тебя не о чем говорить. Огорчена. Давайте запланируем. Давайте, кто не поднял руки, давайте запланируем поездку в Москву. Потому что, конечно, сказали для лидеров билеты, но я думаю, что когда лидеры... Самая юная участница, помощевочка. Естественно, будут билеты продаваться, и надо будет поймать этот момент и поехать. Еще такой момент. Перед тем, как начать планирование, а я почти уверена, ну, можно, допустим, сейчас начало периода, да, самое начало периода, можно запланировать свои действия на период. Но, конечно, очень здорово будет 1 января с утра, поевший холодцу, любимый просонечко, да, сесть и вечером, да, начать планировать свой год, потому что планирование года – это масштабное действие, и оно, у меня как-то было такое мероприятие, я планировала год, и это занимает много времени, то есть это 3 часа надо посидеть, там, поковыряться, подумать, что ты хочешь, да, 1 января. Абсолютно расслабленный день. Готовить не надо, убираться не надо, все наготовлено, все убрано заранее. Прекрасный день для планирования. Вот. И первое, что нужно будет сделать, это составить колесо баланса. Все знают, что это такое, да, колесо жизни. Не буду рисовать. Рисовать. Значит, рисую. Я не очень художник, у меня вот такое колесо. Да. Ну, как-то так. Оно как в жизни, так и... На рисунке. Да. Значит, ну и пишем. Тут, в принципе, можно в произвольном порядке писать. Там, здоровье, да? Что нам нужно? Здоровье. Да, колесо баланса жизни. Друзья, отношения.
обязательно столько позиций, и не обязательно вот именно такие позиции. Вы можете свое, что-то ценностное для вас, вот что, без чего вы не представляете себе полноценную жизнь, вы можете сюда вписывать. Карьера. Деньги. Творчество. Творчество, духовность. Это все туда. Личностный рост. И яркость жизни. Ну, сюда путешествия, театр, там, ну, то, что насыщает нашу жизнь эмоции. Вот. По 10-бальной шкале, 10, по 10-бальной шкале вы закрашиваете, ну, вот, например, у вас там друзей много, да, вас удовлетворяет, ну, степень удовлетворенности той или иной позиции. Вот вы когда нарисуете вот это колесо, вы поймете, в какую сторону вам планировать и что вам нужно делать. Потому что, например, ну, полноценная жизнь, она для чего? Вот вообще вот стать гранд-мастер-пул – это не цель, это средство. Это средство для того, чтобы жизнь была более насыщенной, более богатой, да, более, ну, как-то вот удовлетворить свои амбиции, там, туда же и личностный рост, и туда же и финансы, и туда же там и все-все-все. Ну, карьера, естественно, да. Но если, например, по пути к гранд-мастерству мы растеряем друзей, да, мы не оставили время на общение с друзьями, у нас только встречи, переговоры. Ну, зачем? Или мы потеряли здоровье. Да, там, встречи в кафе, пирожные. В конце года сахарный диабет, гранд-мастер. Тоже не надо, ну, как бы так. И на это колесо очень хорошо ориентироваться, вы его редактируете каждые полгода, вы будете видеть, как движется вот вообще ваша жизнь. Вот. План – это стратегия. Мне очень нравится высказывание одного китайского мыслителя, философа, стратега военного, что стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением. Да? То есть у нас должен быть и план, и действие. Но у нас должен быть план, сначала стратегия, а потом действие. Потому что если мы действуем без стратегии, без плана, без вообще понимания, куда мы движемся, то это просто суета перед поражением. Это то самое, что никому ничего не надо, да что-то я скисла. Потому что много суетливых движений, непонятно для чего. Теперь, значит, по поводу внедрения плана в жизнь. Поскольку у нас там было разбито на 3 года, да, наша вот эта вот генеральная линия, первый год мастер, значит, у меня за 12 месяцев должно вырасти 4 лидера. Да? Поскольку в структуре в среднем 10% бизнес-ориентированных партнеров, да? Значит, у меня в первой линии, ну или во второй, то есть у меня должно быть 4 ветки, соответственно, желательно, чтобы в первой линии у меня было 40 человек. Как нам сделать 40 человек в первую линию за год? 30 встреч, 10 партнеров в месяц. Через 4 месяца у вас появляются 4 лидерские ветки, вы с ними доходите до лидера, вы мастер. То есть, в принципе, это можно сделать быстрее, если у вас хорошая стратегия. Да, все очень просто, действительно. Действительно, все очень просто. Да, когда есть планирование. Нет, когда есть планирование, а мы сейчас поймем, почему на словах, а не на деле. Да, почему встречи. Составление плана, да, вы когда план начинаете делать, вы выделяете время в своем планировании на звонки, на встречи, на отдых, на спорт, на обучение. Это святое. Это то, от чего вы отталкиваетесь. Звонки, встречи – это ваш бизнес. Отдых, спорт, обучение – это ваше развитие. Почему я вот отдых, спорт, обучение, да, потому что
Нам нужна для действия, нужна энергия. Вот. И эти позиции вы первые прописываете в план, а дальше уже мелкие текущие хлопоты. И я вот могу сказать, что по поводу там планирования, непланирования, я целую неделю забывала пересадить цветок. У меня цветок стоит в кухне на подоконнике. Я заходила на кухню, вижу на подоконнике вот эту ниточку корня в баночке, да, уже там вот эту, и уже он цвести начал, вот, кстати, отросточек. И мне вот надо его пересадить. У меня земля стоит в коридоре уже, горшок нам это все. Я неделю забывала пересадить. Пока я не написала себе в туду-лист пересадить цветок, я его не пересадила. Я уже потом, я уже просто разозлилась, уже до дела к ночи опять сидела. Но все нужно прописывать. Прописали, сделали, прописали, сделали. Как только не прописали, так все просто на словах. Вот, ну, так получается. А поскольку я неделю целую где-то в подсознании помню, что у меня не пересажен цветок, это, знаете, такой незакрытый гештальт, у меня, мне мешает двигаться дальше. У меня недоделанное висит дело за мной, которое я вижу, как не отданные долги, как и все это самое, оно нам мешает совершать дальнейшие действия. Вот, поэтому что-то планируем и делаем. Значит, как мы, по какому принципу еще нужно планировать? Сначала мы, знаете такую, да, историю камня в банке, там профессор, да, там заполняет. Сначала мы крупные дела прописываем все, потом помельче, потом уже вот эти всякие... Песок. Да, потом песок, вот эту всю мелочь, потому что оно... И при том, что наш план вот этот, он должен соответствовать нашим целям, больше, чем на 50%. Ну, вот как-то... и все вот эти мелкие дела, даже песок, он как-то должен коррелироваться с глобальной целью. Потому что если у нас там прописано, что на неделю план составлен, тут у меня поход к парикмахеру, тут у меня подруга с магазинами, там, тут у меня там внуки, тут у меня там еще что-то. А где, собственно, наша цель? Тоже мои партнеры знают всю эту историю чудесную про смородину, я всем рассказываю всегда. Тоже в другой компании был разговор с женщиной, она ко мне никакого отношения не имела, она коуч. И она меня, ну, говорит, ну что не получается? Что-то я там посетовала, что что-то не то. Ну что не получается? Я говорю, да, что-то. Она говорит, а зачем ты здесь? Вот хороший вопрос, задайте себе, а зачем ты здесь? Что тебя сюда привело? Вот на что ты пришла? А у меня тогда как бы вроде так и материально более-менее все было, там и машина у меня была, и путешествия я ездила, и дом у меня есть, ну что мне, ну что мне нужно. Вот. А потом я вспомнила, что меня зацепило, это вот лидерские путешествия, которые вот, ну как вот здесь грандмастер, да, вот там супер, звездочные отели, там перелеты на вертолетах, на частных, вот это все, то что обычный человек бы то себе даже там директор завода не может позволить иногда, да, что могут себе позволить топовые лидеры сетевых компаний. Я говорю, вот я так хочу вот в такое вот путешествие поехать. Вот. Она мне говорит, а что ты вчера делала? А дело было летом, у меня созрела смородина и прилетели дрозды. Они уже так на деревне. Я говорю, вчера я собирала смородину. Потому что дрозды. Потому что она, ну и что, как твоя смородина тебе помогла приблизиться к твоему путешествию? Вот, вот и все. Вот такие планы. А у нас все время какая-то получается смородина сплошная, да? Ну, не у нас, может быть, у вас так не получается, у меня бывают. Какие-то все время вот дела такие, которые вроде как очень важные. Ну как, я же выращивала эти кусты, да? Ну, что, почему мой урожай должен погибнуть? Но я целый день этому посвятила. Я могла бы делегировать. Учитесь делегировать близким. Вот. Потом еще такая важная вещь, которую все забывают, ну, многие забывают очень часто, что мы планируем в одно время, мы планируем, в другое время мы исполняем. И когда мы уже пошли в бой, уже планировать не нужно. Вот нужно уже всю энергию запустить в дело, а уже сделать все, что запланировал. Знаете, вы так мозг настраиваете, даже если вы поймете, что план был немножечко не того, но вы все равно сделаете по плану. В следующий раз вы лучше запланируете. Если вы посреди недели начинаете перестраивать планы, то никогда не научитесь действовать по плану и планировать. Вот запланировали, и еще такой момент, планировать лучше всего вечером.
Ну вот если у кого-то есть ежедневное планирование, да, на каждый день кто-то, то вечером, потому что если вы даже встали в 6 утра, когда в 6 утра проснулись, утро вечером мудренее, на свежую голову, и мы пошли планировать. Нет, вы в 6 утра проснулись, напланировали и потеряли кучу энергии. Планирование – энергозатратный процесс. Так что вечерком перед сном перейдите с этой мыслью, утром действуем по плану. И вот действие по плану, оно должно входить в привычку, и она когда войдет в привычку, вы просто удивитесь, насколько легкая будет жизнь. И насколько тяжело будут это близкие воспринимать ваши. Потому что им трудно будет принять то, что вы вот устанавливаете границы. И как только вы начинаете ставить границы в свое время, да, вот из своего времени, вы удивитесь, сколько людей захотят посягнуть на эти границы. Вроде как и раньше не надо было, но теперь я заявляю, что у меня там 4 встречи, и тут же кто-то нарисуется, как же так же, мне же тоже нужно от себя что-то. Это будет. Ну, очень. Но если вы уже приучили близких к тому, что у вас есть свое дело, то да. Если нет, то это будет очень тяжело бодаться с родственниками. Комфортный нарушение. Да, 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 все бдительно тут. Ну, я уже говорила, да, что приоритетные дела всегда те дела, которые ведут к реализации именно ваших планов. Потом уже там мамин огород, внуки, магазины, подруга с магазином. Еще, кстати, очень хорошо так. Например, звонит подруга, я хочу купить себе сапоги, пошли со мной по магазинам, походим, да. Ну, как бы сложно отказать, можно сказать, хорошо, я иду с тобой по магазинам сегодня, да, а завтра ты ко мне приходишь и помогаешь сделать мне уборку. Да, мое время в обмен на твое. И человек поймет, что это будет просто отказать, как бы, но тоже надо учиться говорить нет без объяснений. Вот нет. И надо приучить себя к мысли, что ваше «не хочу» имеет право существовать вот в любом виде, да, там, ну, там, не знаю, мам, посиди с внуком, нет, почему нет, вот начнете объяснять, почему нет, сядете с внуком, точно, ну, потому что на ваше каждое, там, вам найдут решение ваших проблем, да, и вы... Нет. Но для начала нужно все равно, когда планируете, оставляйте белые пятна. Просто в плане, вот белые пятна, я ничего на это время не запланировала, чтобы не было такого, что прям вам там некогда в туалет сходить, у вас прям все так прописано, что вы там... Ну, все равно нужен какой-то воздух, чтобы туда там кто-то мог зайти, непредвиденное обстоятельство, еще что-то обязательно. Нужно. И вот тоже хотела такой вот, наши иммигранты за рубежом, ну сейчас уже все привыкли, потому что мы уже тоже немножко такие стали, а раньше, когда вот иммиграция была первого поколения, самое большое возмущение вызывало то, что за границей не принято вот завалиться вечером в гости. Это нельзя, это просто неприлично. У меня сестра в Англии живет, она говорит, за 3 недели надо договариваться, чтобы прийти просто на кофе. Или там какой-то пикник, или что-то такое. Потому что все планируют свою жизнь. И вот так вот там, здрасте, я к тебе пришел, это вторжение, и это, в общем-то, нигде не приветствуется. Никто не терпит таких вещей. Вот. Еще мне очень нравится высказывание тоже одного великого стратега, Уинстона Черчилля, тоже его приведу. Как бы ни была красива ваша стратегия, время от времени вам все же стоит обращать внимание на результат своей деятельности. То есть разбор полетов. Рисуем. Разбор полетов. У меня такое предложение, у вас может быть свое предложение. Так, период. Ну вот, например, что у нас сейчас декабрь? Декабрь. Январь. Мой доход. Ну, можно здесь
есть, например, ноябрь, да, можно проанализировать ноябрь и декабрь, ну, как хотите. Это подходит для любого. Товарооборот структуры. Да, количество баллов. Количество человек в структуре. Это все такие просчитываемые позиции, которые вам дадут статистику. А имея статистику, уже гораздо легче планировать. Количество в первой линии. Бонус наставника. Почему вот взяла вот эти позиции? Потому что если мы идем в мастер, нам нужно 4 лидера, да, желательно в первой линии. Ну, конечно, можно и в глубине, но лучше в первой, удобнее работать. Поэтому нам нужно понимать, за кого мы получаем бонус наставника. То, может быть, у меня там 50 человек в первой линии, а бонус наставника... Не знаю, там, сколько? Да. Всего ничего, да. Да, поэтому... Это тоже недоработка, это либо мы идем чесом, там перепись населения проводим, либо как-то что. Ну, в общем, вот это тоже надо понимать. Значит, количество лидеров. Причем в лидеры мы не по факту лидер, да, записываем, ну и по факту тоже. А вот именно люди с лидерской позиции, люди, которые наши, так сказать... ключевые люди. Ключевые партнеры, да. Вот, ну, количество ключевых, я написала лидеров. Вот. И дальше разбор полетов, мои действия. Это идет отдельный такой большой. Вот так. Действия. Звонки. Ну, здесь можно, например, написать, что в декабре, допустим, я сделала там 20 звонков всего. Не в день, а за декабрь, да, встречи. Из них было там 5 встреч. Ну, я условно. Количество тренингов со структуры. Это нужно делать. То есть у вас, если даже есть там 2-3 партнера, все равно как хотите, может быть, в WhatsApp где-то, может быть, где-то собрались там с двумя партнерами, поговорили. Все. Именно ваши, не то, что вы пришли на тренинг, да, или вы пришли на тренинг со своей структуры. Ну, пусть вы еще не проводите сами, проводит там кто-то из вышестоящих. Но все равно вот, структурная работа. Ну, я так пишу. Тренинг со структурой. Обучение. А вот это уже обучение. Это ваше обучение. Куда вы ходили, что вы делали, сколько вы там прослушали, сколько чего. Там, допустим, 2, 1. Ну, и понятное дело, что здесь у нас будут... Потом разбор полетов идет. Что я делала не так. Вот. И можно эту таблицу составлять на год, можно квартально, там на полугодие, и потом будет сразу понятно, что количество лидеров тут, а как оно вырастет, если вот, у нас же все дублицируется. Анализ? Отлично. Анализ нашего плана, очень удобно. Значит... И еженедельные планы, которые мы составляем, там еженедельно он коррелируется с ежемесячным, ежемесячные там с годовым, это обязательно, да, то есть вот эти, они должны как-то вот, ну, то есть у вас, я уже говорила, да, не может быть, что если вы хотите увеличить там, на 20% товарооборот, значит, соответственно, вы должны на 20%, даже не на 20, я бы сказала, процентов на 50 больше действий делать, потому что не все действия принесут результат. И действия именно вот таких, а не там, не по магазинам. И анализ результатов, опять же, вы задаете себе такой вопрос, чем связано то, что я не достигла поставленной цели. То есть, если у меня цель поставлена, все там красиво распланировано, расписано, но не достигнуто, нужно сесть и очень честно себе признаться, почему, с чем связано. И написать в начале месяца, что я буду делать по-другому. На 99% невыполнения плана за этим стоит нарушение ваших границ и потери энергии. Вот это
не мои, естественно, исследования, да, это я так подсмотрела в разных, у разных ораторов, у разных спикеров, да, что действительно, вот почему, говорят, легко на бумаге, сложно воплощать. Либо ваши границы нарушены, да, то есть вас сбили с плана кто-то как-то, либо вы потеряли энергию по дороге где-то. Ну, бывает, что все вместе. Теряешь энергию, нарушаешь границы, не можешь сказать «нет» в нересурсном состоянии, потому что когда мы в энергии, мы гораздо больше всего достигаем. Вот, с границами, значит, там все понятно. Надо научиться говорить «нет» без объяснения причин. А вот с энергией это вообще вот во всем мире, почему войны происходят, да, в мире? Это борьба за энергоносители. И вы даже не представляете, насколько вот эти глобальные войны за энергии, насколько они актуальны в межличностных отношениях. Вашей энергией все время кто-то хочет воспользоваться для достижения, естественно, своих планов. Ну, потому что ну, так происходит. Поэтому нам нужно все время повышать свой энергетический потенциал. Поэтому я написала «Спорт и отдых», потому что ничто так не восстанавливает энергию, как занятие спортом. Хотя мы уставшие после этого, но потом мы на подъеме. Да, и тренированное тело, оно лучше держит удар. Это точно, абсолютно. Вот. И отдых тоже надо уметь отдыхать. Значит, поэтому буквально вот три слова скажу, что ну, это большая очень тема, энергетичность, да, но вот буквально чуть-чуть скажу, что у нас крадет энергию. Это болезни, в первую очередь, да, то есть если мы собой не занимаемся, то мы будем терять энергию по разным причинам, да, неважно, что хронические заболевания крадут еще больше, чем острые, потому что острые мы быстро вылечились после гриппа и пошли, а если уже третий год болит спина там или еще что-то, то это человек все время в низком энергетическом потенциале находится. Продукты, которые мы едим, вот эти сахара, трансжиры, избыток мясных продуктов, это тяжелая пища, которая требует очень много на себя затрат энергетических, не только по калориям, а именно еще и каких-то вот таких вот, бывает, что поел, там устал. Паразиты, ну, против паразитов у нас там есть с чем бороться, но паразитарные инфекции человека сразу можно увидеть, он такой, его кто-то кушает изнутри. Телевидение, это поток этой информации, бестолковый, ненужный. Вот вы замечали, что мы вдруг включаемся в судьбы абсолютно неизвестных нам людей. В свое время, там, 10 лет назад, ходил замечательный анекдот, как его звали-то, которого ЮКОС, глава ЮКОСа, Ходорковский, да, что как вы относитесь к тому, что посадили Ходорковского, так же, что так же, ну так же, как он бы отнесся, если посадили меня. Вот, понимаете, у нас есть круг друзей, у нас есть круг близких людей, да, нам есть за кого переживать. Почему мы переживаем за Аллу Пугачеву там или там за Жанну Фриске? Почему? Кто эти люди? Почему мы, да? А это все, это борьба за нашу энергию. А актеры не скрывают. Нам нужна, актеры, это все такие вампирищи, нам нужна ваша энергия, ваши аплодисменты там, да, и мы интересуемся их судьбами, зачем? Это воры энергии. Токсичные люди. Очень мне понравилось, как Ирина Журавлева, по-моему, да, что когда там начинает кто-то ныть, что там ничего не получается, она просто отключает телефон и все. И все. Есть у нее такое. Да, да, замечательно. Вот поэтому она вот. А я как истребила давно своих подруг, если не интересно. Еще 20 лет назад. Да. Не позволяем украсть свое время. Ну, смотря, да, смотря кто и как, смотря какая подруга. Бывает, такая подруга, встретишься после токсичная. Как будто солнце встало, да. А бывает, конечно, встретишься на энергии. Про токсичную. Да, как Афоня.
Да, токсичных людей надо истреблять на корню. Отстреливать. Нет, просто можно не общаться. Вы сначала вроде чувствуете неловкость, а потом вы чувствуете облегчение. Да, и вот эта разовая неловкость, она ерунда по сравнению с тем потенциалом, который вы получите. Телефоны. Ой, это да. Девушки, поставьте ваши телефоны на беззвучие. Все. И отключите оповещение о сообщении. А вот когда у вас есть свободное время, вы берете телефон, да, да, и смотрите, кто звонил, зачем звонил, и все мессенджеры свои, которые пообщаетесь, просмотрели и ответили. Это тоже вы приучите людей, что вы не собака Павлова, которая сразу с низкого старта: «Алло! Где бы я ни была, там что надеваю руку и отвечаю, там вот это что». Ну, это, знаете, тоже очень понравилось высказывание одного бизнес-тренера. Он сказал, что в наше время телефон — это как бы, вот, как, это как будто бы я открыл ногой дверь к вам в комнату и сказал: «Удели мне время прямо сейчас». Да? Похоже? И вот эти разговоры, вы же не знаете, на что вы наткнетесь. У меня такая привычка всю жизнь была с детства, я никогда не открывала дверь на звонок. Вот кто-то заходит, там дзынь-дзынь, я не открываю. Еще не было сотовых телефонов, у меня был стационарный телефон, у меня всегда был. И были какие-то телефонные автоматы рядом с моим подъездом, там где-то что-то. Позвони мне. Меня может не быть дома. Ты что приперся? У меня могут быть свои планы, меня может не быть дома. А мне соседка говорит: «Ну, а если у меня что-то случилось?» Я говорю: «Вот именно». Потому что ни разу никто не пришел с каким-то добром. Это всегда отнять у вас время, что-то попросить, занять, там, нагрузить своими проблемами. Да, потому что человек, который хочет прийти в гости с тортиком, порадоваться чему-то, он как-то на подсознательном уровне: «Позвони», чтобы он просто так не переться с этим тортиком, не разочаровываться. Телефоны. Магнитные поля. Действительно все применяется, да? Или... Вот, частично, да. Но телефон, да, у меня, я уже вот кто меня знает, то знает, что я не бегу сломя голову там. Но бывает иногда, если я жду звонка, я включу телефон. Если я не жду звонка, то я перезвоню. Нет никаких проблем. Я же телевизор уже полгода не смотрю. Телевизор я уже не смотрю. Я уже три года не смотрю. У меня закончились охваты этой антенны уже год назад. И я не вижу смысла оплачивать, потому что я ничего не смотрю. Тут недавно совершенно там 78-й канал интервью Шемякина посмотрела. Ну, на детском почему бы не смотреть. Как раз в ужин попала. Значит, информационный шум. Сейчас очень много информации. Информации так много, что просто вот она по любому вопросу, она сразу раз в Яндексе, там вот все это, в Гугле посмотреть, что-то узнать. Мы перегружаем голову, и мы теряем энергию на этом, потому что каждая информация, она ложится нам, мы ничего не можем забыть. Наш мозг не дуршлаг. Вот. Почему нужно вот какие-то медитации проводить, отключать на время? Это полезно. Значит, потом еще авитаминозы. Авитаминозы. Да, то есть надо желательно пополнять свое питание витаминами, микроэлементами, которые дают нам. Вот, у нас, да, почти у всех людей есть недостаток по йоду и селену, кто живет в Ленинграде, Ленинградской области. Поэтому недостаток йода и селена в рационе вот, ведет к гипотиреозу, а гипотиреоз ведет к вялости общей и снижению энергетического потенциала. Все просто, да? Вот что-то человек все время уставший, а проверьте, считай веточку. Витамин Д. И пейте наш напиток. Витамин Д. Ну, я говорю, что авитаминозы. Вот именно недостаток микроэлементов, недостаток каких-то витаминов. Обиды. Обиды ложат и отнимают энергию. Сразу со всеми разобраться, сразу всех простить, всех, да. И чужие цели. Ну, чужие цели — это топ. Потому что чувствуем себя потом виноватыми перед собой, что вместо своих целей, что нами кто-то попользовался, неприятное ощущение, долго сохраняемое. Такое вот.
еще, ну, вот, по поводу планирования, но поскольку вот я сразу сказала, что вот это тайм-менеджмент, да, то есть умение распределять свое время и ограничивать пожирателей времени, и цель, да, для чего нам планирование нужно, чтобы к цели прийти. Так вот, еще такой момент по поводу энергии, что на свою цель у нас почти всегда есть энергия. Вот если вы что-то делаете, вот ваша цель, да, вот ваша. Мы хотели сегодня позавтракать, но так быстро добрались, прям не заметили. Я тоже удивилась. Целеустремленно. Что, покушать? Да, прям все прошли, скакали, да, опоздали всего на 3 минуты. Вообще не опоздали, на следующий день. Ну, бывает, что без 10 мы пришли без 7. Да. Вот, то есть энергия есть, когда что-то хочется. А на чужую цель, у нас же очень, ну, вот как вот. Вот я хочу грандмастером. Круто, грандмастером, я тоже хочу. А может, не хочу. А может быть, мне вот мастером быть хорошим. Да? Вот не хочу я, потому что грандмастер — это тул, да, это ответственность, это большая структура, это забота о большом количестве людей. Может, у меня, ну, уже там, как вот мне моя партнер одна сказала, я старенькая, я уже не хочу. Да? Ну вот получать свои там 30-40 тысяч и вот так. И человек больше не хочет. А у нас же здесь в сетевом же мотивация, давай, мастер, мерседес, человек там дает, а ему никак, нет у него сил, чужая цель. Ну и вообще может быть чужая цель. Человек говорит, я хочу дом. Да, дом. Ух, дом, такая забота. Это такая забота, это столько денег, это ужас что, дом. Люди не знают, хотят. Ну, может быть, своя цель, да. И знаете, очень легко проверить. Задайте себе два вопроса, важных, ключевых по жизни. Что я получу, если я добьюсь цели? Вот что я получу? А не надо отвечать на этот вопрос. Вы вот задаете себе вопрос, что я получу, если я добьюсь цели? И вот цель свою представить. Пусть это ваша цель. Ну, представь. Да, допустим, вот Мерседес, пусть это моя цель. Что я получу, если я добьюсь цели? 15 минут повезут каталоги. А что сейчас крашит? У вас есть чувство владения жизнью. А если вы не на своем пути, то вы вот как-то через пень, у вас с рюкзачком идете с такими. Поэтому вот я очень советую всем планы на Новый год сделать, определиться с целью, почувствовать ее в теле, приобрести себе красивый планировщик. Вот до начала Нового года попробуйте с планировщиком поиграть в том плане, как вам будет удобнее планировать. Есть такая схема, я не знаю, может быть, вы ее видели, может быть, вы ее используете. Я ее никогда не использовала, я ее узнала недавно. Я хочу на Новый год попробовать себе. Ну, поделюсь с вами, может быть, что-то выясним общее. Значит, там как-то так получается, пишем дни недели или числа месяца. Ну, допустим, на неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг. Да, все правильно. Четверг, пятница. Пятница, суббота. По-моему, так. А здесь прописываем дела. Дела, столбик. И вот дела делаем. Ну, вот, например, там, вот пересадить цветок мне надо. Я его пересадила в понедельник. Я поставила себе галочку, что я пересадила, да? И вот так, там, допустим... Звонки. Да, у меня там звонок. Ну, звонки, да. Я, допустим, позвонила во вторник, в среду. Слушайте, я вот точно не помню, вот так это делается или вот так. И списки. И вот вы, да, сделали и отметили, что сделано. Там
потому что, ну, вот как-то так, и сразу на неделю вот все дела прописать. Вот я хочу попробовать, как оно получится, вот сразу с неделю, потому что я писала список на день, и у меня получалось, что я за день не сделала какое-то дело, оно у меня на следующий, и что-то там наворотило. Кстати, вот эти вот вещи, вот эти вот всякие, как разграфить свой ежедневник, вот это все реально, тут там вот как удобнее, как чего, там девочки делятся вообще, вот. Ну, в общем, вот такое задание. Еще хочу спросить, надо или не надо, или все знают ХСР? Что? Не все знают. Значит, надо. Знаете, да, что такое ХСР? Конечно, забыла просто. Это нелперская такая штука для достижения целей. Называется хорошо сформулированный результат. Хорошо сформулированный результат – это методика, которая позволяет достигать любой цели, начиная от глобальной жизненной и заканчивая мелкой бытовой. Вот. Значит, ну тут можно записать, в принципе, потому что там не так много пунктов. Во-первых, цель должна быть сформулирована позитивно, без всяких мелких. Угу. Позитивная формулировка. Во-вторых, цель должна подлежать вашему контролю. То есть это контролируемая цель. Вот это то, о чем я говорила, что не у меня выросли 4 лидера, да, потому что я не могу контролировать этот процесс, а я сделала 20 звонков, я могу контролировать этот процесс. Вот, то есть подлежит контролю. Цель должна быть осязаема. То есть вы по каким критериям вы поймете, что цель достигнута? Ну, например, если я хочу там Мерседес, да, то значит я получила Мерседес, сижу в салоне, да, она осязаемая. А вот если я, например, хочу выучить английский язык, то как я пойму, что я его выучила? Я знаю 100 слов, или я там могу свободно общаться, или я читаю книгу на английском. То есть я должна представить, вот, осязать результат своей цели, что мне это даст. Да? Не просто хочу в отпуск, да, там, поехать. Хочу поехать в отпуск на море, на юг. И вместо того, чтобы поехать с молодым красавцем в Италию, на Лигурийское побережье, я еду с подругой, с ее 3 внуками на Азовское море. Я на море. Я отдыхаю. Да. Вот. Где и с кем? Вот это тоже из этой же серии. Где и с кем я достигаю свою цель? То есть, вроде как, я хочу дом, и я получаю дом, но совсем не там, где я хотела, совсем не в том месте, и совсем, например, со свекровью и свекром в придачу. Да? Может такое быть? Не желательно. Вот, то есть, где и с кем, кто меня в этот момент окружает, когда я получаю вот эту вот свою цель, да, и где это реализуется. Цель должна быть подходящего размера. Грандмастер за 3 года, грандмастер пул, да, а не грандмастер пул к событию. Я свой потенциал оценила, грандмастер пул к событию я не буду, даже если фея крестная. Меня там. Как бы там ни было. Если цель слишком большая у нас, то мозг отказывается воспринимать, да, где я, где пила на Лигурийском побережье через год, да, и мозг саботирует, ну, воспринимается так, не так, да, и мы саботируем свои желания, ничего не делаем. Если цель слишком маленькая, то нам тоже неинтересно, нам скучно, мы не делаем. Вот. Цель должна быть экологичной. И вот знаете что, если ваша цель, вы прямо там, вам тепло всеми ногами, вы прямо хотите, расхотите там, это прямо вы считаете, что прямо вам так это важно, что без этого не жить, но никак не получается, и много лет, проверьте, ваша цель не проходит экологию. Это вот 99% людей, которые считают, что вот у них должно быть вот так, эта цель не проходит экологию. По каким-то причинам. Я очень хочу стать богатым человеком. Ну, да, цель. Я хочу зарабатывать 1 000 000 в год.
Но мой бедный муж со своей зарплатой в 40 тысяч, мы можем... У меня может как-то развалиться семья, он не переживет моего успеха. И это где-то подсознательно будет нас тревожить. Я хочу купить там виллу в Сочи, но у меня маме 80 лет, и она не поедет жить в Сочи. Значит, я должна буду бросить 80-летнюю маму здесь, уехать в Сочи. Моя цель не проходит экологию. Не должны страдать ценные для нас вещи, не должны страдать, если мы чего-то там себе достигаем. Вот. И вот проверка на экологию – это 100% успеха, почти 100, 99. Еще один пункт – это доступ к ресурсам. У вас должен быть доступ к ресурсам, потому что, ну, если вы хотите делать 20 звонков в день, у вас должен быть хотя бы телефон, да, то есть должен быть какой-то ресурс для достижения цели. Вот. Если у вас нет доступа к ресурсам, ну, например, я хочу там записывать какие-то вебинары, да, но чтобы записывать качественные вебинары, нужно арендовать студию. У меня нет на это, допустим, сейчас средств, или там я не могу выбрать подходящую. Значит, нужно поставить себе доступ к ресурсам как цель, провести по ХСР, получить этот доступ. Исследовать препятствия. Это обязательно, да, потому что препятствия на пути будут, и иногда они могут быть вот, ну, неодолимые какие-то. Вот. Там, я очень хочу петь, но у меня нет слуха. Ну, значит, надо как-то, не знаю, что-то надо изменить в жизни. И что, или что я могу сделать для удаления этих препятствий, либо, может, какая-то программа какую-то, или, может, Надина поет, а я рот открываю. С удовольствием. Если препятствия какие-то, ну, кажется, что их не преодолеть, да, значит, тоже самое касается препятствия. Вот. И самое главное, пункт 9, уже первый, сделать первый шаг. Вот сразу. То есть, если мы приняли решение стать гранд-мастером через 3 года, мы же себе написали 20 звонков в день. Берешь трубку, звонишь сразу. Вот. Это очень важно, сделать первый шаг к цели. Моментально, вот как только мы прошли вот это, все пункты продумали, и сразу уже, ну, это или звонок, или того, что у меня там цель навести порядок в доме, значит, я сразу схватила швабру и... Чуть-чуть переприблизиться, да? Да. И даже ты, если очень устал, ты говоришь, делаешь звонок и говоришь, у меня для тебя такое, завтра перезвоню. Интригуешь. Как только вы вот эти все пункты себя в голове промотали, вы сразу же делаете первый шаг. Да, даже если, несмотря ни на что. Да, даже если ваша цель купить дом, значит, вы, ну, хотя бы там достали там какие-то... Зашли на Авито, посмотрели, почем нынче дома. Ну, вот. Какое-то действие, да? Да, первое действие на пути к вашему вот этому желанию нужно сделать обязательно. Вот. И, в общем-то, до встречи на гранд-мастер-туре. Спасибо. Спасибо.